Ребята, всем привет, с вами Хижина, музыкант, меня зовут Раиль Арсланов. И сейчас будет новый топовый сочный выпуск на моем канале. Перед началом поставьте лайк, попробуем набрать 50 тысяч лайков. И сразу выпущу следующую часть, потому что я ее уже отснял. Не забудьте подписаться на канал, чтобы получать уведомления о выходе новых роликов. Вот столько людей смотрит без подписки, ну что сложного-то. Желаю вам приятного просмотра, погнали. Hello! How are you? Russia, okay. Yeah. Do you speak I'm English? Chinese. Oh, Russia. Yes, we can. Oh, my, nice. I'm a musician. I play this instrument. Play it. You know? Play it. Okay. Listen to this. Thank you. You know this song? Yes. Sure. Oh. Oh. Okay. It's famous. Yeah. Let her go. Let her go. Yeah. Are you kind of like some YouTuber or something? Why? Are you some YouTuber? Yeah, I have. We should make note. Do you want to find it? What's your name? Okay. What's your name? This is my name. Yeah. Здравствуйте. 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 Yeah. I know. Здравствуйте. Yeah. She's brother is in Russia. Russia, 对. My brother is in Russia. Is he studying? Yes. Studying in Russia, yeah? Yes. Yeah. Which city? 他说哪个城市？那个中心城市是莫斯科。Moscow. Nice. And you should know привет, like hi, ni hao, привет. Привет. Okay. Oh. So quick. Спалили контору. Sorry, the teacher is coming. Yeah, it's okay. Ребята, и чат-рулетка, и YouTube, площадка, на которой вы сейчас с удовольствием смотрите данное видео, это веб-приложение. А хотели бы вы не просто быть пользователями этих интересных приложений, а их создателями? Даже если у вас совсем нет опыта, то вам поможет курс Full-Stack разработчик от Skill Factory. И это не просто курс, а ключ к новой захватывающей жизни в мире IT. Здесь вы научитесь работать с фронт-эндом и бэк-эндом, визуально и техническими частями проекта. Проще говоря, вы сможете в одиночку создавать сайты, приложения, веб-сервисы, ботов и много других вещей, хотя для этого обычно нужна целая команда. За это таких специалистов очень ценят и берут работать в крупные компании и в стартапы, а средняя зарплата в этой профессии 200 тысяч рублей. График обучения здесь супер комфортный, и вы сможете совмещать его со своей учебой и работой. Во время курса вы научитесь писать код, сделаете 10 своих проектов, от простых игр до полноценных сервисов. Сможете пройти стажировку и поучаствовать в хакатоне, где научитесь решать реальные задачи. Поэтому к концу обучения вы обзаведетесь солидным портфолио и опытом в резюме, с которым сможете устроиться на хорошую работу. Делюсь с вами промокодом Хижина на скидку в 45%, поэтому регистрируйтесь на курс по ссылке в описании, начинайте обучение. Ну а я желаю вам удачи в новых начинаниях вместе со Skill Factory. Привет! Я вы блогер, да? Да. Да.
Я в Ютубе вас посмотрел. Круто. А да, ты откуда сам? Корея или что? Я из Узбекистана. И сейчас там находишься, да? Да, в Корее сейчас. А, учишься, что ли? Да, в магистратуре. Круто. Какое направление? International business. Международный бизнес. Сильно, сильно. Тебе гитара больше нравится или баян? Не, гитара. А, здорово. Но сегодня с баяном сижу. Баян тоже знаю. Я в музыкальной школе учился. На какой инструмент? Наш узбекский национальный инструмент. Рубаб. А, и что, сейчас не играешь? Не, чуть не играю. А в основном что слушаешь сейчас по музыке там? Музыки чуть не слушаю. Не слушаешь? Рубаб есть. Рубаб привез, что ли, с собой? Да. Покажи. Сейчас. Давай. Сейчас. Во. О, класс. Ну, можешь пару аккордов сыграешь? Ну, аккорды не играем, рубами. Вот мелодию. А, да, сейчас медиатор есть или нет. Сейчас посмотрим. Лазги, знаете? Ласки? Национальная песня. Лазги. Нет, спой. Классно, спасибо. Красиво прям. Считай, узбекские песни не слушал. Вот да, теперь это познакомился. Национальная энергетичная музыка. Да, там не хватает этот ударных инструментов, да? Да, и да. И было бы здорово. Или битбокс там. У нас тоже есть национальная, ты же помнишь. Могу сыграть, если хочешь. Да. Давай вот такую. Типа. Tumanlık insan pulus kora. Круто. Спасибо. Это татарская песня. С битбоксом понравилось, да? Да, вообще.
Круто, спасибо. А, в Корею когда переехал? Корею полтора месяца там надо. Пришел. А, Нет, только только-только. пришел. Надо знать английский, корейский, да? Да. А ты, А получается, если уже четыре языка. работа нужна, то корейский надо бы. Ну да, я думаю, у тебя Видать. все получится. И Скоро как там поеду. этот относится к приезжим? Нормально? Да, нормально. Ты в Сеуле? Нет, Чона. Чона? Да, город Чона. А, понял. Ты не против, если наш фрагмент, где ты мне сыграл, очень круто вставлю в видео? Да, здорово будет. Ну вот, смотри тогда себя на канале. Пошел дальше я тогда. Все, давай, Спасибо. пока. Тебе спасибо. Давай. Hello, do you speak English? Yeah, I can speak English. Oh, nice. Are you a sportsman? Yeah, where are you from, bro? I'm from Russia. Wow, I it's have a musical education. okay. I can play for you one really famous melody. Try to guess the Melody. name of after, yeah. Yeah, do you, I like the Russian music. It's da da da. Do you know da da da? Da-da-da, yes, but I have never tried to play it. Yeah. Yes. Yeah, it's Yeah, very I know this famous in song. China. Oh my God, I didn't know about it. Yes. You know? Wow, amazing. Yeah, can you play the Katyusha? Katyusha. Of course, of course. Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Wow, thank you, bro. Thank you, bro. My first language is Mongolian, bro. Ooh. Can you tell something me? Yeah. Sanbeno, Sanbeno. San Diana Beno? Sanbeno. Yeah, it means hello. Ah, San Beno. Yeah. Cool. Yeah. Hello. Привет. Привет. Чем занимаешься? Стримишь, что ли? Я нет, а ты? Не, Да поприкалываться ладно. зашли. Не Да, стримишь? честно. Да вот взяли с ребятами там баянчик, куклу. Сидим, Так, прикалываемся. интересненько. А ты какую музыку слушаешь в основном? Рок. Рок? Например, слышала ли такую песню? Вот такую смотри. Дайте мне белые крылья, утопаю в омуте. Через тернии провода небо только блин мучится. Тучкой маленькой обернусь и над твоим крохотным домиком разрыдаюсь косым дождем. Знаешь, я так соскучился. Знаешь, я так соскучился. Рок? Очень круто. Мне понравились спецэффекты. Спецэффекты, да, это отдельный вид искусства. Ну, Прикольно здесь, придумали. конечно,
Кукольный театр, да, заодно. Ты откуда? Я из Ростова-на-Дону. Здорово. Чем занимаешься? В общем и целом, ну, сейчас ничем. А, так? Работаю, что еще? Учусь на дизайнера, пишу портреты, стихи. Здорово. Стихи выкладываешь куда-нибудь? В Инстаграм, да. О, а поделишься? Стой. Ага. А как вас зовут? Раиль меня зовут. Раиль. А, кстати, может, прочитаешь какой-нибудь стих? Красивое имя. Спасибо. Ты здесь не читаешь стихи? Да, я, как ты знаешь, стесняюсь. Ну ладно, тогда я не пишу, буду. Я пишу, но я стесняюсь читать стихи. Понял. Ну, не буду напрягать. Я сам тоже как бы пишу, но только под песни. Ну, я собственные песни. Слушай, выпускаю. Ну, на самом деле, это прям такой перформанс. Очень красиво. Спасибо, спасибо. Тогда давай я тебе тоже инсту свою оставлю, что ли? Да, конечно, давай. Слушай, ну желаю тебе творческих успехов, у тебя очень круто получается. Странно, ты говоришь, что ты не стримишь, и мне так кажется, что все-таки да. Ну нет, в данный момент я не стримлю, 100%. На улице мы, короче, сегодня видео снимали. Дождь пошел. Слушай, последний я в Подмосковье сейчас нахожусь. Да, вот недельку последнюю... Честно, каждый день, типа. А вы откуда? Казань. У нас тоже дожди здесь, в Подмосковье. Да и в Ростове тоже. Затапливает прям конкретно море. Ладно, хорошего вам вечера. Хороший вечер тебе тоже. Спасибо большое за настроение. Это очень круто. Да-да, давай, пока-пока. Эффекты, спасибо. Да. Это круто. Давай, пока. Ребята, все песни, которые я исполняю в этих чат-рулетках, вы сможете скачать в формате MP3 в моем телеграм-канале, а также там найдете неизданные реакции, кружочки с места событий, анонсы о предстоящих встречах, концертах, о моих путешествиях и передвижениях, поэтому подписывайтесь, хижина музыканта просто вбивайте в телеграме, находите это максимально близкое общение со мной, там много интересного. Ну и не забудьте поставить лайк этому видео, 50 тысяч лайков, выпускаю следующую часть. Подпишитесь на канал, это очень важно. Давайте уже добивать 4 ляма, не за горами. Ну и желаю вам всего самого наилучшего. Не болейте и будьте на позитиве.